Всем здрасте или приветище. Добро пожаловать на телепроект «Завод. Построй свое предприятие 2». Мы построили в прошлой серии огроменный лифт, но в комментариях... Блинский! Я опять упал. Почему вторая серия начинается с моего падения и перелом моих ног? Это, походу, уже какая-то закономерность. Короче, в прошлой серии мы построили лифт. И теперь сегодня настало время его разобрать. Потому что в комментариях мне написали, что... А где Анна? Анночка-то наша где? НЛО? Ладно. В общем, это Анна. Она же сюжетную линию всякую там болтает. И так как я построил лифт, должна была что-то там промолвить, а нифига не сказала. И в комментариях пишут, а что ты Анну-то отключал? А я ее не отключал. Она просто сама не захотела болтать. Ну-ка. Последнее сообщение от Анны — это завершение инструктажа, где она говорит, типа, ну постройте лифт, мы будем ждать. Походу, меня оставили одного без сюжетной линии, что ли? Я вообще все это затевал ради сюжетной линии. Но как бы оно построилось, и нифига. Короче, ладно. Разбираю этот лифт. Так что сегодня мы займемся исследованием. Нам нужно будет Катьку, короче, исследовать. После Катьки сверхпроволоку, и тогда нам откроется возможность исследовать зиплайн. Черт, у меня буквально 3 единицы руды не хватило. Пойдем искать Катьку. Катюша! Я иду тебя искать. Правильнее будет воспользоваться вот этой замечательной штукой. А то я куда-то ринулся такой. Несанкционная агрессия по отношению к переходящему. Я далеко от тебя был, отстань! О, я в правильном направлении вообще двигался. Пещера! Здесь есть пещера. Я думаю, стоит включить фонарик. И достать ксеношокер. Грибы! Я нашел грибы! Ха-ха-ха! Насушу и сожру. Разнообразная пища. А тут вон что. Что ж, ладно, продолжаем наш путь за Катькой. Так, подожди, куда я шел-то вообще? Я потерялся, мальца. Подайте руду бедняку. Подайте руду мне. Руду мне подайте. Я давно хотел до этого водопадика дойти. Вадика, водопадика. Тут у нас небольшой оазис. И то, что мы искали. Катька! Катюшенька! Ты ли это, да? Зачем я ее ксеношокером бью? Нужно ее добывать, а не бить. Было бы здорово найти малинку. Малиночку. Земную. И огромную. Здорово, братиш. Опа-на! Опа-на! Что там я заметил? Инопланетная сфера. В принципе, можно, знаешь, что, даже не париться, а вот построить смотровую вышку прямо на воде, кстати. Класс. Дружок, я не буду на тебе прыгать. Что за звук? Нифига себе, я чуть не пересрался, что это такое было? Ой, вот это надо уничтожить, срочно. Давай же, давай. Фух. Останки гнезда, это нам тоже пригодится, забрать бы это. Хватит в мои мозги лезть. Иди сюда. На шаг ближе к зиплайну. Катьку мы, значит, исследуем. Сверхпроволоки. Тут 50 единиц слитков надо. У меня их пока нету в таком количестве. Тогда мицелий исследуем. Я теперь ткань научусь делать. А это означает, что параплан скоро у меня появится. Где-то он тут должен... Вот он, парашют, точнее, не параплан. А это что за бомба? Токсичная клеточная модификация. Газовый нобелиск. А вообще, я хочу экзоскелет. А для этого нам нужно исследовать кремнезем. Исследуем. Вот и все, добрались до экзоскелета. И надо бы его сейчас сделать. Короче, занимаемся созданием парашюта и экзоскелета. Есть маленькая такая проблемка, у меня кварц закончился, поэтому пойдем искать кварц. Он нам нужен для кремнезема, из которого мы сделаем себе экзоскелет. А что, кварца поблизости нету, что ли? Эй! Кварц, ты чё? Ничего рядом, серьезно, нет? О! Опа. Короче, ближайший... 1,5 километра. Ну чё, пошли. В лес как раз вон в тот, я еще не ходил. Вот и сходим. А чё, какого лешего? Вот у меня здесь кварц растет.
А вы мне полторашечку показываете. Прям же возле дома, за бачком. Что-то у меня сканер глючит, походу. Понятно, что это не рудник, это залежи. Но все равно можно же показать-то. Пацаны, не кипишу, я мимо просто проходил. Отстань! Мне вообще вот это... Ай, под жопник дали. У тебя клыки острые. Я к тебе жопкой поверну, так что я валю. Я не хочу еще одну дырку там в заднем проходе. Орешки. Здорово, братиш. Да елки-палки, да что ж за издевательство-то такое? Куда не пойду, везде животины, которые хотят меня убить. Че там, я не заблудился случайно? Каким-то огромным грибам выхожу. Где кварц-то? О, какая пещера. Так не говорите, что мне туда. Но я все равно туда пойду, хоть мне не туда. О, красиво как. Кисочки. Кис. Кисули, идите сюда, я вас поглажу. Как они мякают, прикольно. Здрасте. Кисулечки. Какие вы прикольные. Иди сюда, поглажите. О, я куснул. Царапнул. Вы чё, кусайтесь, дикие кисы. Надо валить. Отстань, у меня нет жрать. Я не мясо. Я тебя сейчас убью нафиг. А, это не кисы, это останки жалоносца. Режим арахнофобии. Нет, его надо отключить, я не боюсь пауков. Я замочил не кису, а вот такую вот нечисть, поэтому... Не надо писать, что я безжалостный ублюдок замочил кису. Нифига это не киса была, это вон они, вон. Боюсь, это нечисть. Они еще здоровые бывают, смотри, какая шняга. Короче, ладно, я пошел отсюда. Не хочу сейчас... Блин! Я упал. Так и что, и куда мне идти? А вот это кто? Это же песик! Песик! Иди сюда, я тебя поглажу. Не убегай от меня. Мой милый дружочек. Да стой, дай я тебя поглажу. Ну куда ты убегаешь? Будь моим другом, а? Тут кругом одна опасность, а ты такой добряш тут бегаешь. Здорово, чуваки! Ладно, песик, я пошел, ты сам по себе. Ну нет, не, ну блин. Какой он здоровый. Я думал, ты только в пещерах. Он еще здесь, надо валить. Давай наверх. Вот если бы у меня было что-нибудь, типа болтореза какого-нибудь или катана, я бы еще, может, пошел с тобой драться. А у меня всего лишь ксеносокер. Где? Ой, осиные гнезда. Жопа кругом. Засада! Где этот кварц? Нафиг я за ним попёрся! Вот и прибыли, а в меня кто-то стреляет. Откуда? Снизу, что ли? Опа! Вот это я зашел. Так, а кто в меня стреляет и откуда? Мать моя женщина! Козлина! Я должен допрыгнуть туда. Ова! Сейчас я поднимусь, я тебе... Нет. Кто сам ко мне бежит? Походу, меня сейчас напинает жестких... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пошел! Нет! Моя башка здоровая! Какой ты капец мощный! Надо было, что-то я не додумался, когда он вот здесь вот бежал посередине, этот кабан. Просто разобрать мостик, и он бы упал вниз. Вот я туда думаю. Эй, пупс! Пупс, ты где? Иди сюда. Пупсик. Вот он. Иди сюда. Опа, молодчик. Молодчик, то, что надо, сделал. Дальше ты мне сейчас поможешь. Я типа прыгаю сюда. Эх, допрыгнул. И разбираю. А, ты сам себя в западню загнал. Ну и молодец. Спрыгнул за мной, да? Красавчик. О, желтый. А, там жоса нет, я не пойду. Ладно, сиди. Ты камнями кидаешься? Сдурел, что ли? Вот бы мне сейчас болторез сюда. Я бы тебе тоже напихал. Зато теперь со спокойной душой я могу здесь пособирать запчасти. А, это просто ошметки дрона. Здесь самой капсулы-то и нету. О, мицелий, надо набрать.
Все ли это хорошо? Можно вообще спилить, у меня же бензопила есть. Пошумим немножечко. Вот. Спилили огромный гриб. Так, что-то я, короче, какую-то жопу забрел с этим кварцем. Ну, придется сейчас эпически выбираться. 160 осталось, совсем чуть-чуть до кварца. Чуточку. Вот это похоже на западню. Вау! Вот это мне бейсбольный мячик прилетел. Прям в тыкву. Я дернулся. И реально очканул. 85. Где-то здесь. Где-то здесь кварц. Где-то вот здесь вот кварц. Вот он, этот кварц. Срань. Пересрань. Добываем, чё? Надо было... А, я сейчас здесь себе пункт устрою. Малинка. Малиночка! Слушай, слава богу, здесь тихо относительно. Никого нет в округе. Нет, за что? Только я расслабил булки. Я, короче, спрятался от него, куда-то наверх залез. Он там внизу. Поэтому я здесь посижу вот так вот. Ох, как, блин. Ох, блин, как бы мне отсюда выбраться живым-то теперь? Надо похавать малинку. Похаваю малинку. Ладно, у меня есть грандиознейший план. Я сейчас вокруг кварца сделаю базу. Да не простую, а защитную. И меня никто там не достанет. Кварц где-то под нами, да? Короче, как выяснилось, я вообще не в ту сторону строил свой мостик. Кварц, оказывается, был левее. Все, мы до него почти дошли. Снизу дикие кабаны. Вон он, кварчик. Ну вот, значит, кварц снизу. Теперь мы делаем ограду из стен, чтобы нас никто не достал. Короче, вот что у меня получилось. Теперь нужно спуск туда сделать, отсюда. Прям вот так. Прям сюда. Вот и все. Теперь нас никто не должен здесь достать и отмутузить. И вот, со спокойной душой я могу теперь добывать, но меня это не устраивает. Я хочу построить здесь верстак. Верстачок небольшой. И при помощи этого верстака мы сейчас сделаем бур. А, бур не на верстаке делается. Бур у нас в мастерской. Ладно, тогда верстак и мастерскую делаем. Бур готов. Ставим его сюда. И параллельно можно вместе с буром добывать руду. Сразу же здесь все это переделать в кремнезем. Сделаю, короче, еще один бур. Места тут все равно дофига, поэтому можно и два поставить. Вот. Что у нас тут? Сколько ты добыл? 42. Это уже второй раз я с него собираю. В общем, мне этого будет достаточно. В общей сложности у меня здесь 100, здесь 100 и 48. 248 кварца. Это прям прилично. Наступил день, и вроде как дичи здесь стало поменьше. Можно бежать домой. И параллельно, пока мы бежим домой, нам очень нужна Катерина. Есть тут поблизости где-нибудь у нас? Катенька. 182 метра. Шикарно. Ой, ой. Так, я, пожалуй. Вот таким вот методом пойду. О, какого? Как ты меня сбил? Он меня камнем скинул. Уродец. Прямо на меня бежит. Мне надо. Ладно, я падаю. Так, тут что, газ? Тут газ! Мать твою, тут газ. Жирная бивная. Да, тут газ. Вот. Вот эта вот фигня газ истощает. Мне повезло, что я от него тут не скончался. Че, будем выбираться. Слава богу, что у меня куча ресурсов с собой. И как бы есть возможность отсюда спокойненько выбраться. Давай. А, жалит меня. Очень кислотно. Черт, он прям здесь? Нет, я вниз к кислотному газку.
А есть возможность куда-нибудь на другую сторону вылезти? А, кстати, да. Почему бы и не сделать вот так? Он ушел? А, нет, он вон там. Я, короче, делаю вот так. И побежал. А, тут газ. Тут газ, надо быть очень осторожным. Я прям под газом. Фух. Потихонечку отсюда пробираемся. С этой газовой ловушки. Это кто-то стоит. Здесь кто-то стоит. Здесь кто-то стоит. Я спрятался. Ты меня не достанется. А, достал. Катимся, бежим. Вот так вот тут их дохрена что-то как-то. Катимся. Спасибо, что подпнули. Я здесь посижу. Есть еще орешки? У меня орешки нет. Здоровья капец как много. О, прикольные шарики. Спрыгиваем. Нафиг. Или не спрыгиваем. Хорошо как. Спасибо, что сгорел предохранитель. Я как раз сейчас прибуду. Добрался с горем пополам до своего ящичка. Пришлось сделать огромный крюк, потому что кругом яд. Кругом опасность. Кстати, в комментариях мне говорили, что если как-то умудриться стравить вот этих чуваков, то, возможно, они будут биться друг против друга. Ну, вот я сейчас это попробую сделать, конечно. Это сложно, но... Мне надо, чтобы кабан вон тот тут... Так, кабан, где ты? Давай, ударь его. Ударь, кабан, давай. Кабан что-то не хочет бить. Черт, надо тогда, чтобы этот стрельнул в кабана. Давай, стреляй в кабана. Ага, это кабана еще доберись. Черт, это сложно, да ну нафиг. Я сейчас просто возьму и сдохну здесь. Он прям возле меня носится. Я убегаю. Ай-яй-яй, жопка. И качусь. Он здесь появился. Там кто-то еще появился. Вот это поле опасности у меня тут. Ух, пока держусь, бегу вверх. Вверх было тяжело бежать. Целых 3 штуки собрал. Короче, вся эта тема с тем, что кто-то кого-то ударит, и они будут против друг друга биться, не сработала. Чуть не забыл про Катерину. Надо же добыть, а то без нее я никак не сделаю экзоскелет. Она где-то там наверху у нас, Катерина. Листов железа закончил. Все, железо кончилось. Немножечко жалковато. Значит, что поделать. Пришлось вышку разобрать, а тут мы уже вот так вот сделаем. Катя! Катерина, вы где-то здесь? Во! Вот она, ага. Она же с охраной. А я только хотел сказать, Катька и без охраны. Да не может быть, да еще и здоровый. Это лось этот. Фишку нашел, короче, под бок его подпираешь, он не может развернуться к тебе. Катенька, я сюда шел ради тебя, столько всего преодолел и сдыхал столько раз. Так что надо тебе добыть побольше. Ну вот и все, 200 руды отколупал. И, в принципе, я думаю, что сюда можно и конвейерную ленту протянуть. Всего-то 700 метров, это не так и далеко. Завод прям вон по прямой. Готово! 50 катеньки сделали. Экзоскелет мы теперь можем делать. Дальше нам нужно проволоку вот эту открыть. Готово. И парашют. Вот и все. У нас все открыто. Остается только немножко материала поднабрать для зиплайна. Но на зиплайн мы сегодня не рассчитывали. По экзоскелету... Мы его уже сразу можем сделать. Класс. Конечно же делаем. А по парашюту что? В принципе, у нас все есть. Ткань мы сейчас наштопаем. Вуаля! И наш экзоскелет готов. Куда его только? К ногам же. Я теперь намного шустрее бегаю и выше прыгаю. Да,
Класс! Так, надо, кстати, знаешь что? Надо в переодевалку зайти, посмотреть, этот экзоскелет как отображается визуально или нет. Не, визуально он никак не отображается. Жалко? Очень жалко. Парашютик! Надеюсь, он не одноразовый. Все, пойдем тестировать наш парашют. Кстати, экзоскелет также еще уменьшает урон от падения. Вот с этим экзоскелетом мне бы, да, в путешествие, которое я сегодня проделал, все было бы гораздо проще. Ну что, прыгаем. Опа, парашютик, я на парашюте. Обалденно. Ну все, теперь играть в разы будет проще. Ну а на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Если понравилось и ты хочешь видеть дальнейшее наше строительство и приключения, то не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы вновь увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.